те дни взошел он на гору помолиться и провел всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и назвал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Симона, прозванного Зелотом, Иуду, сына Иакова, и Иуду Искариота, который потом сделался предателем.